История земель, где находится сейчас Славянский район, насчитывает 2,5 тысячелетия. Веками здесь трудились люди, добывая свой нелегкий хлеб, защищались от врагов. Знание истории своей малой родины необходимо для славянцев всех поколений. И этому можно и нужно содействовать. Долгое время богатейшая история нашего района практически оставалась вне поля зрения многочисленных исследователей. За последний век, который вместил в себя множество судьбоносных событий, было написано не так много статей на эту тематику. Но ситуация изменилась в лучшую сторону с созданием Общества любителей истории и краеведения. А затем с началом издания в марте 2012 года историко-краеведческого альманаха «Копыл». Постепенно из настоящих любителей истории нашего края сформировался хороший коллектив авторов. Сегодня коллектив, уже такой сложившийся за прошедшие годы, это и кандидаты наук, и доктора наук в разных областях, это и археологи, и историки, и сельскохозяйственная сфера. В общем, самый разный охват, но главное их отличает высокий профессионализм. В следующем году альманаху будет уже 10 лет. Это замечательное для нас событие по одной простой причине. Сегодня такого плана издание единственное в Краснодарском крае. Качество публикаций, разнообразие тематики, интересные темы и глубокая их разработка – все это привлекает к альманаху все новых читателей Кубани, России, ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня, конечно, видоизменился и сам альманах, и его оформление – верстка стала более профессиональной. Мы все эти годы работаем с одним художником-верстальщиком, замечательной Аней Путинцевой, которая нам очень помогает в оформлении альманаха. Стараемся выдерживать уровень. И сегодня, несмотря на то, что альманах выходит очень небольшим тиражом, всего 150 экземпляров, главной целью было пополнение этим изданием библиотек. Школьных библиотек, наших сельских библиотек, клубных учреждений. Первостепенная задача историко-краеведческого альманаха «Копыл» – это чтобы славянцы, прежде всего молодежь, смогли как можно больше узнать о родном районе, почувствовать свои корни. В этом уверен главный редактор альманаха Дмитрий Решмет. И посредством формирования такой научно-популярной базы, базы знаний о славянском районе, мы стараемся привязать нашего человека – к его малой родине, когда он читает альманах, он понимает, что и до него его деды и прадеды внесли огромнейший вклад в развитие и всего района, и данного населенного пункта. Кто-то геройски защищал свою родину и в годы войны, и в локальных конфликтах, кто-то героически трудился на полях, добиваясь высоких урожаев. Знание истории своей малой родины и сопричастность этой славной истории являются неиссякаемым источником патриотического воспитания, пробуждают чувство ответственности за будущее. Именно поэтому выходит в свет замечательный альманах «Копыл», открывая все новые страницы такой значимой для нас истории. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».